Здравствуйте, друзья. Спрашивают, что у нас на стройке. Ну вот я вам показываю, что стеночки, видите, значит, выглажены, отутюжены. Вот, со всех сторон. Думали выглядеть, отутюжить только там, где видно хорошо. Но потом решили все остальное тоже доутюжить и выглядеть. Так что те, кто переживал, что стенки у нас целлюлитные, нет, в общем-то, ничего. Вот, смотри, как цветочки. Сорняк, что ли? Да. Вот. Вот они ровненькие. Вот их тут приводит в какое-то чувство. Так. Вот мы все вокруг обошли, всю эту нашу стройку. А, так. Стало ровненько. Так. За ближайшие пару дней вот здесь, значит, сделают веранду, как положено. Вы это скоро увидите. А теперь мы попали в пристроечку. Так, движемся. Движемся. Ну, тут же чистенько стало. Видите как? Давайте я куда-нибудь в угол отойду. Вот. Так. Вот наша пристроечка. Вот с этой стороны, вот с этой стороны. А, сейчас идем в другую часть, вот сюда. А, вы видите, как сделали шкафы. Вот видите, эти блестящие панельки, вот их наконец-то окрасили. И все это вместе вот так выглядит. А, Свет, иди сюда. Знаешь, что я хочу тебе сказать? Что... Оно как-то съело часть пространства. Эти шкафы съели часть пространства. Пока их не было, казалось, что тут большой такой кусок. Ну, послушай, их они не отражают. Конечно, они съедают, они не стоят там. А, ты хочешь сказать, видите, как Света говорит, отражения нету, поэтому мало. Ну, я имел в виду без отражения, а просто на полу пространства, так сказать. Но видишь ли, пол продолжается там, где отражение, специально поэтому сделано отражение. Да, да, специально отражение, да. А что тебе это пространство? Я зашла, у меня стенка перед носом. Поэтому то пространство не имеет значения никакого вообще. Ну хорошо. Надо сказать, что шкафчики сделаны красивые, и так видно, что ну, от души. От души. И там с потолочным вот этим пространством там практически одного цвета, так задумано было, правда? Ну, видишь, оно немножко светлее, это тоже задумано. Тоже задумано было. Но красивая вот эта дверь очень, вот эта, вон там. Да, да, дверь красивая. Ну что, а здесь зажигается свет? Ну, как же. Давай, зажги свет, пожалуйста. Так, где слева? Угу. Вот, зажги свет. Ну, тут еще вот кое-что на полу тоже есть, не до конца завершили. Мы еще не пользовались сауной, да? Сауны нет, это еще нам предстоит осваивать. Вот душем. А потом жарко-то, какая-то. Жарко, жарко. Свет уже пользовалась душем. Зажги там свет в душе. Сейчас зажгу. А, где вот этот? Да. Угу. Так. Нет, это фен. Это фен, окей. Вот у нас душ, ну, я не знаю, изнутри. Ну, мило, вот, видите, уже пользовались этим всем. Света, как было пользоваться? Да нормально. Нормально. Так, а здесь уже отодрали пленочку защитную от шкафчика, правда? Оторвали пленочку и сделали свет. Свет такой, знаешь, вот мне казалось, что будут какие-нибудь массивные навесные лампы какие-то такие, знаешь. А мы хотели современный. Хорошо. Вот и тут снизу пространство такое. Свет, у меня со спиной, я вижу тут, вот эта сушилка такая лежит, да? Да. И сушилка куда пойдет? Можешь сказать? Тут две таких будут, электрические они. Они с таймерами электрические. Но она электрическая в том смысле, что из нее провод торчит в розетку, а не то, что провод внутри стены прошел, да? Ну, мы просто это не нужно никому делать, это нашел-то как это. Да. Вот здесь стоит таймер, да? Вот это. Угу. Да. То есть вот сюда она включается, этот таймер ее включает. Вот на какое-то время? Да, вот на 2 часа можно полотенце просушить, и оно выключится само. И то же самое с той стороны будет. То есть, понял. Ну, давай открой дверку вот сюда. Это у нас тут... И свет, наверное, можно зажечь, нет? Есть там свет? Ну, хорошо. Давай. Вот, пожалуйста, туалетик. То есть, я правильно понимаю, что внутри, вот с исключением вот этой сушилки, мы как бы закончили. И дверь еще надо в душе, дверь. Все остальное закончено? Жарко, жарко, да.